Фига себе. Добрый вечер. Павел Красковский, ребят, прямо из тренажерного зала, поэтому в таком рабочем состоянии. Паш, тебя заброшенной шайбой с победой в матче. Что скажешь про игру? Как она смотрелась с площадки? Спасибо за поздравления. Ну, мы хорошо готовились, тренировались. Я думаю, вот и результат. Старались играть по заданию. Просто выполнять задание, ну как задание тренера, и, ну, что-то из этого получилось. Готовимся дальше. Переходим к вопросам. Есть ли вопросы? Вопросов нет, но тогда я, наверное, задам. Насколько для тебя важна сегодня была твоя заброшенная шайба? В прошлом сезоне долго не удавалось забить, и в целом было немного шайб. Как сейчас себя чувствуешь? Ну, такое в межсезонье получилось напряженное, но... Дай бог, что все хорошо, и небольшой груз с плеч упал, и просто теперь надо выполнять свою работу дальше, и все. Присутствие в команде Егора Кашкова насколько тебе помогает психологически? Да нет, ну, конечно, приятно, когда друзья возвращаются обратно, как бы в свою атмосферу, как бы вспомнили много всего общего. Приятно. Ну, может быть, какие-то положительные эмоции, да, добавляет. Ну, друг другу, даже так сказать. Спасибо, Паш, большое. Да, вопрос, Володь, слушаем. Да, Владимир Летуновский, пресс-центр «Арена». Да, с Егором готовитесь к встрече Александра Полунина встретить в субботу здесь. Да, ну так, разговариваем, общаемся, но ничего такого, в рабочем режиме, в принципе. Будет приятно против него поиграть. Спасибо, Паш, до следующей игры. И, коллеги, на этом мы будем заканчивать наше включение отсюда из медиакомнаты «Арена 2000». Всем спасибо за работу. До встречи 5 сентября. До свидания. Все.